was, is that true? Is that clear that this person got well and the person okay. got... Окей, okay. mm-hmm. он спрашивает в отношении этого человека со СПИДом, которого ты рассказала в начале нашей встречи. Вот, то есть правда ли это, что ты ему помогла до его полного выздоровления, или это было просто частичное выздоровление? Как это было в его случае? Это еще не полное выздоровление. Мы еще пойдем на следующий этап с ним на 9 дней. Окей, okay. сейчас одну секундочку, Света, снова. No, it's not the full healing yet. We are going to go to the next step with him, which is going to be 9 days. That's better. И на следующий этап пойдем, и там уже будет видно, как у него продвигаются результаты. Но на сегодняшний день у него улучшение. Yeah, and so I will be able to see more clearly during the next step what his results are. But even for now, he's in an improved state in comparison to what he was before. Это первый раз это улучшение за много-много лет. And it is his first improvement in many, many years. Mm-hmm. Thank you. And we hope the person will recover well because Большое спасибо, мы надеемся, что человек выздоровеет.